Вы смотрите видео об отеле Pension Monica. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Pension Monica расположен в стране Австрия в регионе Капрун и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Отель находится на юге от центра города Капрун. Автобусная остановка в 100 метрах от отеля. 15 минут до подъемника на автобусе. Отель для некурящих. На территории отеля имеется бесплатный Wi-Fi, консьерж-услуги, трансфер из аэропорта, круглосуточный отдел регистрации и обслуживания гостей, камера хранения багажа, парковка автомобилей, прачечная, ресторан, бар. В номерах есть ванна, душ, телевидение, кондиционер, мини-бар, полотенце, радио, сейф, телефон. Номерной фонд отеля состоит из Double Bedroom, Trial Bedroom. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть сауна, массаж, катание на лыжах, санях, сноуборде, пешие прогулки, катание на велосипеде, тренажерный зал. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.